Добрый день, уважаемые инженероводы. Сегодня он был в саду, и хочу вам показать фиги основного урожая, что у них внутри. На обозрение два сорта. Это сапруция розовая и русский богатырь. Хочу особо остановиться на сорте сапруция розовая. Ранее показывал и рассказывал, что это сорт одноурожайный, получен как гибрид в НБС в Ялте в прошлом веке, требует обязательного опыления. А то, что продается в Краснодаре в садовом центре, это совсем иной сорт. Да, я даже название его, честно сказать, не знаю. Никогда он не догонит по качеству. Вот такой вот, такая вот мякоть у сапруции розовой. Забыл провешать. Ну, сейчас посмотрим, сколько он весит. Несложно. Ну, почти 100 грамм, 99. Сейчас еще один посмотрим изнутри. Сорт сапруции розовой. Еще одну фигушку. Вот так она тоже выглядит. У меня сегодня есть дегустатор. Вот у меня сейчас за спиной сидит собачка Дина дворовая. Она готова подтвердить те оценки, которые я даю своим инженерам. Это я отправлю на сушку. Это рядом сушильный шкаф. Так, уже отправил. Этого достанется сейчас собачке. Покажу. Ну и останется мне сейчас вам показать вес русского богатыря отдельных фиг. Ну, 122 грамма. Вторая. Сегодня доставал самых верхних ветвей с помощью приспособления. Вот видите, некоторые падают. Вот так вот портится шкурка. Лопается. 124 грамма. Так, ну весы нам больше не нужны. Убираем в сторону. И сейчас я вам покажу, что у нас находится внутри русского богатыря. Находится у нас вот такая замечательная мякоть. Сахаристая, вкусная, сочная. И, как говорится, оценочку даст помимо меня моя собачка Дина. Вот я и оставляю кусочек. Могу сказать, что на сегодня это практически 5 баллов. Так, уходит в сушилочку. И сейчас вот эту тоже еще продемонстрирую. Некоторые скажут, что вот выбирают там поштучно, а остальное дерьмо. Нет, не дерьмо. Вот так вот выглядит еще одна фига русского богатыря. Вкус этой фиги только где-то 4 балла, но тоже все, как говорится, всего хватает в ней. И сочная, и сладкая. Сейчас снимаю камеру со штатива и показываю, как реагирует. Ну вот я пришел вам показать, насколько нравится собаке инжир. Вот она уже скачет, цепь натягивает. На-ка, Дина. Вот сейчас и даем сапруцию. Сколько секунд нужно, чтобы сапруции этой не было. Ну, вот сами видите, 5-7 секунд. Ну и сейчас русский богатыря половиночку дадим. Опа-на, ну все, сама забрала. Вот русский богатырь, видимо, ей больше нравится. Жует дольше, с удовольствием. Все, Дина, больше не будет, хватит. Понравилось? А? Понравилось. Молодец, собачка. Всем спасибо за внимание.